А вот вам легенькая закусочка. Вы же знаете, что на Кавказе люди очень много едят зелени, причем дикой зелени. Я не говорю о петрушке, укропе, это само собой садовая зелень, то есть выращенная. Вот это портулак. Я его уже отварила, к сожалению, не сообразила показать. Вот такие листики, вот такие вот стволики. Ну, в интернете можете дать поиск, портулак, посмотреть, как есть декоративный, а есть он вот такой. Съедобный, да, дикий. Это растение, вот если вы видите, стволики, они такие мясистые, сочные. И без ниточек. Значит, я ее просто отварила. Варить долго не надо. С момента закипания, ну, минут 10-15 максимум. Угу. Она должна быть мягенькая. Потом ее вот сейчас порубим. Вот прямо так, в миске. Вот я ее вот так вот порубила. Зубчик чеснока. Кушается в холодном виде, кстати. Как салатик такой легкий. Вот я сюда пару зубчиков чеснока потерла. Можете побольше положить. Тут, кстати, у нас мелко нарезанный укроп. Вот укроп сейчас сюда. Ну такая полная горсточка. Да, укропчик хорошо. Вы знаете, вот кто любит вообще зелень, вот это прекрасно для тех, кто еще хочет похудеть. Отличная зелень для похудания. Она чистит кишечник лучше любого слабительного. И туда же делаем уксус. Да, и уксус добавляем. Это я по просьбе Анушек уксус добавляю. Но вас вообще всегда делают, да, армяне с уксусом. А я моя люблю мама лимонный сок. А я не люблю лимонный сок. Он дает свой прекрасный аромат. Между прочим, можно немножко потереть цедру лимона. Угу. Вот когда уже все готово, в конце немножко поливаете постным маслицем. И все.